Люстра Петросвет 21-15 шестерка. Уже сделано два включения. Гофрокартонная коробка трехслойная. Плафоны плотно уложены в пупырчатую пленку. Люстра уже собрана. Верная конструкция, поэтому не требует сборки. Достаточно просто развернуть рога симметрично. Люстра готова. Белый с золотом. На всех люстрах Петросвет имеется заземление. Потолочная планка крепится к потолку в двух местах. И люстра крепится к потолочной планке. Значит, люстра уже сделана на два включения. Если у вас сделано одно включение, то есть два провода торчат из потолка, то один вы подсоединяете к центральной клемной колодке, второй подсоединяете к любому краю клемной колодки. К любому. Значит, если у вас двухклавишный выключатель, то есть два включения, вы просто снимаете примочку и выкидываете, она вам не нужна. Соответственно, дальше вы подсоединяете общий провод или нулевой к центральной клемной колодке синего цвета провод. Линию 1, линию 2 подсоединяйте к крайним клеммам колодку. Вот и все.